Перед выходом волновались, но как только заиграла музыка, 8-летние гимнастки стали старательно отрабатывать каждый элемент. С групповых программ стартовал 42-й турнир «Тагильские встречи». Вот на ковре команда «Созвездие». Тренер хвалит, юные грации даже со сложными поддержками справились. Мы поднимаем Алину и ее, касаясь, переворачиваем. Это самая сложная поддержка. Меня поднимают наверх, и я сгибаю в косе. Долго ее учили, долго готовились. Да. Соперниц у девчонок много. На тагильские встречи всегда приглашают гимнасток из других городов области. В этот раз приехали из Екатеринбурга, Лесного, Каменск-Уральского, Нижней Туры. И выступить могут все от мала до велика. Наши соревнования очень любят, приезжают. У нас не было никогда, чтобы было мало народу. У нас начинаются соревнования в групповых упражнениях с 3-го юношеского и до мастеров спорта. А в индивидуальной программе девочки выступают со 2-го юношеского и также до мастеров спорта. Вот и настала очередь гимнасток постарше. Малыши в это время облепили трибуны. На ковре пока еще кандидат в мастера спорта грации из Олимпа. Они ловко управляются с булавами и обручами и признаются. Программу эту могут хоть закрытыми глазами исполнить. А на старые уже показывали ее на всероссийских соревнованиях. Новую пока разучивают. Заодно на соревнованиях оценили соперниц, с которыми позже встретятся на более серьезных стартах. Мы готовимся к чемпионату УФО, на котором мы хотим выполнить норматив мастерства. Для начала нужно выучить новую программу, отработать ее, довести до идеала и выступить на свой максимум. Максимум девчонки показали и на тагильских встречах. Завоевали золото. Лестница гимнастика – это самый красивый вид спорта. И мне бы хотелось, чтобы вы его пронесли по своей жизни и дошли до самой высокой ступени пьедестала. Потому что я думаю, что каждый спортсмен мечтает подняться на высшую ступень и стать, ну, пускай не олимпийским призером чемпиона, но хотя бы чемпионом мира или где-то рядом. Ну, я думаю, что у вас все впереди. За 2 дня на тагильских встречах выступило более 500 гимнасток.